У рояля Елена Леменкова, у микрофона Виталий Прокфьев. Дыхая розы аромат, тенистый вспоминаю сад, и слово нежное люблю, что вы сказали мне тогда. Зажгли вы вдруг во мне любовь, ушли и не вернулись вновь, но слово нежное люблю. Я не забуду никогда. Моя любовь не струйка дыма, что тает вдруг сияние дня. Я о любви вас не молю, в моем письме упрека нет. Я вас по-прежнему люблю.